Хотела вам показать косметика последнее время, как пользуюсь, которой. Меня просили рассказать, как, типа, мое вообще косметическое место выглядит. Знаете, очень обычно, очень маленькое, как видите, но тут все забито косметикой. У меня есть огромное трюмо здесь, это косметическое, но здесь для него, к сожалению, нет места. Поэтому я взяла две из комплекта тоже с трюмо, вот такие тумбочки зеркальные. Я их поставила одна на одну, они вообще просто прикроватные тумбочки в норме. А вот трюмо пришлось. Ну, просто сюда вообще не вертикально не влазит, ни по ширине никак. У меня вот обычная такая-то табуретка. Мне вообще хватает, честно скажу. И обычно это я сейчас села краситься. Заодно покажу, что буду выкидывать, чем чаще всего пользуюсь. Мне хватает, короче говоря. Мне больше и не нужно размеров. Здесь у меня зеркало. Так его сделаю, чтобы не отсвечивало. Или на зарядке к Xiaomi с подсветкой. Сейчас оно у меня вроде разрядилось. Да, не включается. Очень классно. Здесь у меня еще розетка с этой стороны есть. И у него, к сожалению, быстро заканчивается заряд. Ну, лично для меня. Одной зарядки мне хватает на час работы. Ну, час работы, я, типа, два макияжа сделаю для видео, если я сниму. Что у меня всегда здесь? Вот этого обычно нет. Все у меня. Я люблю, когда все чисто, все убрано. Здесь обычно стоят парфюмы, которыми я пользуюсь, но в ближайшее, типа, время, да. Но летом мне вообще, я люблю, когда ничего нет. Так как я сейчас красилась, надо заменить вот эту штуку. Крышка отпала. Кисточки так у меня хранятся. Картинка ребенок рисовал когда-то еще по парфюмам и кремам. Вот на данный момент самое популярное, чем я пользуюсь каждый день. Осень немножко наступила. Здесь у меня рожа 51 с прошлого сезона еще остался, с прошлой зимы. Амуаж это мой летний, но я его сейчас вот самый раз у меня сладенький такой. Кто у нас там? Хонор, вечно мой любимый. Амуажи, кстати, мне по стойкости больше всего нравятся. Они всегда просто обалденные, у них классный шлейф. Если мы берем нишевую парфюмерию, Амуаж больше всего всегда комплиментов собирает. Ну, нет, это вообще. Рожа на любителя, он сладковатый. Ну, на холодную погоду турецкую, на весну-осень в России самое то. Сейчас у меня High Fragrance, вишенка. Ну, так себе, честно скажу, он тоже не по на постоянное под настроение. Делина. Пробую ее сейчас в маленьком 10 миллилитров формате. Вообще, думаю полноразмерку купить, но маленькую, типа 30 миллилитров. Вот у меня что закончилось. Forbidden Games. Хочу. Ну, помните, я рассказывала, я в Duty Free покупала, без пшикалки взяла коробку. Короче, она у меня улетела за 2 месяца. Вот этот бутылек, здесь 30 миллилитров или 50. 50, здесь 50 миллилитров было, все улетело. Вот это моя любовь в последнее время. Я хочу заказать, короче говорю, купить и повторить его. И вот Сантал 33 у меня уже 2 года всего столько здесь использовала. Тоже периодически это мой вообще демисезонный парфюм и на лето, и на осень, и всегда. Очень хорошо Сантал мешать с другими парфюмами, например, с этим очень классно вместе. Они смотрят. Вообще я люблю мешать парфюм. Я обычно не одним пользуюсь, а двумя, например. Дальше добиваю вот этот крем от Natura Siberica. Хороший жирный крем-баттер за свои деньги. Там длина 350 рублей в России он стоил. Он своих денег абсолютно стоит, отбивает классное средство. В Турции втридорога на Трендиоле не стоит покупать. За эти же деньги продается The Body Shop. Вот такая штука у меня еще есть для ногтей. Это биовоск, апельсиновый, вкусной апельсинкой пахнет, для кутикулы. Хорошая вещь, на Wildberries продают. Вот это масло для отшиг для бровей. Недавно покупала, не смогла им пользоваться, я его выкину. Что хочу рассказать. И у меня это масло сделало, если так можно сказать, сделало, спровоцировало аллергию. Пользовалась для бровей, а аллергия у меня началась на глазах. Это было просто ужасно. Я неделю-полторы промучилась и отменяла косметику уходовую, декоративную. Короче, в итоге казалось, вот это масло. Но там много масел намиксовано, поэтому на какое-то из них у меня пошла аллергия. Я не говорю, что это плохой продукт, но у кого склонность к аллергиям, будьте осторожны. Очень. Я вообще не думала, что у меня что-то такое может произойти. Чаще всего сейчас пользуюсь вот этой палеткой от Наташи Диноны. I Need a Nude Palette. Последняя. Сейчас черная выходит для
смоки, я смоки особо не делаю. Ну, там цвета есть красивые, но покупать, скорее всего, не буду. Вот она уже затирается, с удовольствием ею пользуюсь. Хорошая. Открыла вот эту пудру, старую выкинула. Для бровей пользуюсь Анастасией, вакса для бровей. Хочу добить вот эти тени от Визиард. Ну, такие уже замызганные, конечно. Тени так себе. Мне не нравится ни качество. Видите, они сыпятся. Очень много покрошила и брала с собой в поездке. Чисто жаба душит их выкинуть. Оттенки так себе, вообще тени так себе. Качество мне не понравилось. В итоге, ну, Наташа Генона, например, по качеству гораздо лучше. Добиваю, хочу добить старейший MAC. Это мой самый первый хайлайтер, который я когда-либо приобретала. Надо добить. Ну, тоже прилично, кстати, стер. Кисточка и не очень хороший карандаш для бровей. Вот это тоже допиваю. Никогда постараюсь больше не покупать. Ничего особенного. А бронзер от Шик лучше. Так что у меня вот здесь такой склад идет. Здесь палетки для лица что-то. Какие-то парфюмы, которыми иногда пользуюсь почаще. Вот здесь вот этот уголок, где ничем не пользуюсь. Так, здесь какие-то... Здесь палетки всякие стоят. Видите, Наташа Денона у меня в основном в ходу. Здесь я достала старенькую Худу, иногда подкрашиваю старые две, потому что, ну, куда-то же их надо девать. Помады, блески для губ, консилер. Здесь туши всякие для бровей. Это то, что мне надо купить. Образец, обожаю этот крем. Напоминалка. Ну и здесь ничего особенного. Пудра. Клей Депо. И... какие-то тональные средства, если так можно их назвать. Фенти, Шик и Шик кремовый. Кстати, зря купила, вообще им не пользуюсь. Я пару раз всего лишь что-то про него вообще забыла. Это у нас Лаура Мерсье. Здесь у нас лежит всякие помады и карандаши. Там всякие тени, базы для тени, которыми я не пользуюсь. Здесь вот домученные румяна от Бека. Я не знаю, вот эта вот резинка, она же никак не отмывается, эта фигня. Тоже то, что, с чем я чаще пользуюсь. Ну, здесь, видите, такие от карандашей что-то построгал, грязное здесь место такое. Нарс, тоже вот эта прорезиненная дебильная упаковка, ужасная. Румяна, палетка, которая у меня на каждый день, она Hourglass старого выпуска, года два, да, давности она, или два года ей даже. Помада от Sisley, первый оттенок любимая. И любимый крем для рук, то есть то, что самое такое постоянное. И второй у меня шкафчик. Здесь всякие запасы лежат. Так, что здесь? Парфюмы, которыми пользуюсь, но попозже, в упаковках, в коробочках. Миниатюрки, здесь тоже всякие миниатюрки. Короче, есть такие, ну, то, что я чем буду пользоваться, такие хорошие накладные ресницы. Например, вот гель для бровей. И там внизу, видите, пудра, еще. Вот это, кстати, вообще не пользуюсь. Этот, как ее, господи, Карен в пудру. Это для дезинфекции. У меня тут колония. Это иногда что-то я пшикнуть. Вообще колонию не люблю. Маски, например, которыми пользуюсь. Тут у меня вот они стоят, как бы дождут своей очереди. Иногда их достаю. Это хорошая, кстати, прекрасная маска, увлажняющая для кого. Сухая кожа, обратите внимание. Сюзанна Кауфман. Вот такая у меня организация косметики. Здесь всякие новые вещи, всякие, там, умывалка, например, ждет своей очереди. Уже год, кстати, лежит, чуть-чуть как-то у меня руки до нее не доходят. Вот в следующий раз я ее достану. Тут всякие, короче, кремы, запасники и всякое такое. Всякие миниатюрки. Сейчас зима, вот как раз будем пользоваться кислотами побольше. Ну, это в дорогу, если что, супер брать. Барбара Штур. Надо, короче, уже их использовать. Я не буду их откладывать на всякие путешествия, потому что они все равно появляются, накапливаются. Эспа. Хорошая, кстати, фирма. Что тут у нас еще есть? Ой. It Cosmetic. Это вроде бы, да. Точно It Cosmetic. Вот такие дела. Такое у меня хранение косметики. А сейчас, кстати,
Сейчас ставлю вам видео в Бахчишехире, к девочке, кто живет в Сен-Юрте, Бахчишехире, вернулся парикмахер по блондинистым волосам из наших. Кому надо будет информация, я вам номер телефона ее оставлю под видео. Это мой старый парикмахер, к которому я ходила еще когда только-только переехала. Сейчас она опять вернулась в Стамбул, поэтому снова будет принимать, кому надо было поблизости. Вот, пожалуйста. Опа! Включи еще раз, а не видео. Ты бог в этом. Очень круто. Могу инстаграм показать. Там. Супер. Да, давайте, скажи себе. Да. Покажи инстаграм. Я много на теле не люблю, но такую хрень я восстановила. Давай инстаграм. Мой? Мальчика. Так, подождите. Нет, сейчас, это Диме дайте. А, давай я покажу. Султан? Да. Азербайджан? Азербайджан? Запомни просто. Такой же город сейчас есть, да? Какая кошка в очках крутая. Обратно Алма-Ата? Обалдеть, как он классно делает. Да. Да, еще год назад переименовали. Да, вернули. Да, президент поменялся. Неправильно. Офигенно. Народ. Если кому-то нужен мастер в Бахчишехире по тату. Два телефона. Вот ты красивее делаешь, чем у тебя. Почему у тебя не так красиво? Мамочка, я сам себе делаю. Ты можешь нас сделать? А скажи, сколько ты уже делаешь татуировки? 10 лет. Вот она блогер. Очень крутой. На ноге можно себе делать? На ноге, например. Можно. Ну, представь, вот ты вот, смотри, хороший мастер, да? Очень круто. Я сама себя крашу. Ну, прям ощущение, что татуировка живая. Да, да, да. Кто же сама себя? Чем типа вот таким вам, вот таким вам, вот так, вот сачище, вот кусачек ручного, часть для волос. Вот таким он до длинный. Ама насосать. Фак там, фак, ама насосать. Мадзиди чекируем я. Женский спирт. Bir tek buradakilerden native base'i biliyor musun? Native base, native base diye. Evet evet. Native base bilmiyorum. Ben dün yaptım. Native base'incisi bir tek Bahçeşehir'deki kuaförlerde onu kullananlar güzel yapıyor. Geri kalanı Duyu var mı bilmiyorum çünkü biz konuşuyoruz onlarla hala. Ama şu an için oturum ve çalışma hakları var Ukraynalıların Amerika'da. Tabii canım. Manhattan'da bir bölge artık adı komple Little Ukraine olmuş. Küçük Ukrayna. В общем, я тебе очень много наслышала, на самом деле, я тебя даже искала в Инстаграм, но позже я поняла, вроде как, что ты живешь в Анталии, что-то, короче, я смоталась, так я тебя не дошла, я тебя заочно уже давно знаю, я очень рада с тобой познакомиться, я очень четко чувствую людей, я в последнее время не со всеми иду на контакт, потому что у меня, во-первых, нет времени, ну, то есть энергии, ну, честно, у меня все расписано. И ты мне очень импонируешь, ты действительно очень открытый человек, я это вижу, чувствую, я тебе благодарна, даже просто я вчера тебе позвонила, у меня вчера такое было настроение, сейчас на него очень классное, я тебе позвонила, что-то пару слов мы обменялись, ты мне какой-то дала, вот знаешь, что я с тобой. Мотивацион. Да, ты мне дала поддержку, даже несмотря на то, что мы с тобой очень мало знакомы, я уже так, какой-то коннект у нас сошелся, знаешь, сошлись. Действительно, я очень рада с тобой познакомиться, и такие люди не часто встречаются, это точно, это факт. Я думаю, что у нас с тобой даже, может, какие-то проекты в дальнейшем, мы даже можем вместе работать, я тебе хочу сказать, что если у тебя что-то не так пойдет, всегда можешь на меня положиться, я тебя жду, всегда, даже если я буду супер, дай бог, раскручусь, и у меня все будет хорошо. Будет хорошо. Да, даже как бы там ни было, даже если у меня все на аппаратку перейдет, там,
другие идеи реализую, я всегда для тебя найду место. Потому что ты появилась в такой момент непростой в моей жизни, это очень ценно для меня. Какие-то знаки, вот я сейчас какая, знаешь, мне, расскажу, мне сделала раскладку Таро, чисто случайно, мы там взаимная у нас была подписка вчера, и она сказала, что у тебя какой-то этот месяц супер сложный, у меня действительно столько сомнений, столько в голове страхов, как никогда, это честно. Так. Очень непростое, мы с тобой вот тогда поговорили, я поняла, что мы в одном вайбе. Поэтому давай, чтобы у нас у тебя и у меня все сложилось. Прежде всего у тебя, потому что мы сейчас здесь, я тебе желаю, чтобы у тебя было... Ну, у тебя так точно все пойдет. Потому что ты хороший мастер, тебя многие знают, у тебя чеврея уже сформированная. Точно пойдет. 100% я это не сомневаюсь. Я тебе желаю больших успехов, больших побед, чтобы ты покорила Стамбул. Вместе, девочки, все вместе. Спасибо, что у меня есть. Спасибо. Поддержим твои начинания, конечно. I had no idea what you were talking about. Я хотела вам прикол показать. Пришла еда из индийского ресторана, заказ. Вообще, ресторан очень вкусный. Я там ела не один раз, и моим друзьям тоже, кто по соседству живет у нас на районе, нравится. И туркам нравится, и нашим. Но сейчас это какой-то фаталити. Я у них заказала только через Yemeks Apeti. Надо было, блин, просто в ресторан звонить. Вот это рис с курицей. Кстати, там было без косточек написано, что будет. Это есть можно. Это, кстати, национальная афганская еда. Порция трэш, наверное, 700 грамм. Куча, просто килограмм риса сварили, крупная морковка и сухофрукты. Сухофрукты, здесь изюм и курочка. В принципе, есть можно, рис практически безвкусный. Здесь это масала используется, немножко островатенькая. Ну, короче, нормально, неплохо. Непонятно, к чему здесь вот эта зеленая жижа шла. Просто жижа, супа никакого не было. Я думаю, что это такая жижа, с которой она, скорее всего, к вот этому постному рису идет. Я предполагаю так. Но я вообще такой первый раз вижу, и я ее даже не смогла открыть. Чуть-чуть попробовала, тут вытекла. В общем, это очень со вкусом тархуна. Кто знает, напишите, может, вы в курсе, что это как. Я такое первый раз пробовала. Второе, это типа нудл. Что вообще нудл из себя представляет? Это типа по-английски макароны, да, лапша. Но... В Турции нудл – это когда китайская в соевом соусе лапша с креветками или с курицей готовится. И она должна быть яичная, да, типа вот, или лапша как на рамен, но не спагетти. Вот здесь порция тоже, наверное, килограмм. Здесь вообще на троих, скорее всего. Сейчас я вот так возьму. И это просто спагетти сваренные с кусочками. В меню написано куриный нудл. Курица очень мягкая, но трэш – это так остро. Просто нереальность. Все, что я до этого в этом ресторане ела, оно было в меру острое, жить можно. Вот здесь были. Единственное, что мы вообще поели, здесь было 6 или 5 шариков из нута такие. Просто, вот знаете, как круглые шарики, воздушные такие, во фритюре жареный, ребенок уже съел. И к нему шел вот такой нут с луком. Как это вместе есть, закрытый такой шарик, и вот это, видимо, ложкой или что, как. Окей. И вот это, я же вздыхаю, да, это лук, представляете, это лук, я знала, что это лук, это типа из разряда закусок, это лук обжаренный в фритюре, внутри там опять масала, приправа, он острый, но, блин, это так невкусно, и знаете, это можно приготовить вкусно, то есть все, что я у них до этого ела, это было очень вкусно, это было очень круто, это пальчики оближешь, просто фантастика. То ли, блин, у них сегодня повар какой-то другой. Там было все как на картинке. А вот это все не как на картинке. Ну и сразу скажу, я за это заплатила 400 лир, 30 или 50 лир я дала на чаевые курьеру, который привез. Кстати, курьер был из их ресторана, не Yemeks Apeti. Агрегатор просто взял заказ, отдал им. Надо было, короче, напрямую им в ресторан звонить, заказывать. Но вот килограмм лапши, килограмм риса. Это жесть. Отвратительно острая. Ну, блин, просто честная, ну, невкусная. Я острая могу есть. Муж мой вообще острое обожает. Но это просто какой-то трэш. Ну, это просто как бы, ну, неаккуратно, блин, невкусно как-то, да. До этого я у них, когда покупала, и на вынос я у них брала с собой. Было офигенно вкусно, круто. Тут какие-то ощущения накидали конских порций здоровых и невкусных. Типа, чтобы кто-то просто наелся человек или что. Я лучше за маленькую порцию проголосую, но вкусную.
когда ты ешь, мне нравится есть, удовольствие. Мы даже в прошлый раз подружку встречались, когда у них брали с собой, дома ели. Мы с ней сошлись на том, что ты ешь и прям едой наслаждаешься процессом, когда ты ешь. Ну, вот это просто невкусно. Вот эта зеленая жижа, тоже возникают вопросы. Но я думаю, что это к вот этому рису, потому что он вообще какой-то никакой. Вы такое заказывали? Если да, напишите в комментариях. Ну, блин, разочарование бывает и так.